Всем привет, ребятки! Вы на канале Dodaplay, и мы продолжаем играть в игру Hill Climb Racing. И вот у нас есть такой вот автомобильчик зеленый. И мы попробуем на нем проехать подольше, подальше. Сейчас посмотрим, как у нас это получится. Да, возьмем бензинчик. Все, вроде бы хорошо едем. Ой, так, 20 тысяч у нас есть. Я хочу прокачать какую-нибудь машинку. О, может быть, вот эту машинку прокачать, либо багги. Вот. Да, багги, конечно, было бы хорошо прокачать. Но достаточно-таки дорогая багги. Там очень стоит дорого. Каждая деталь больше 10 тысяч. Она всего лишь 20. Поэтому даже я не думаю, что хватит нам на две детали прокачать ее. Либо вот этот автомобильчик прокачивать зелененький. Ага. Сейчас посмотрим. Так, сейчас будем ехать аккуратненько. Может быть, мы сейчас как раз и накопим денежки. Да, точно. Ого, о нет! Перевернулись мы и разбились. Да. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Гонка есть. Под водой, но на этом на автобусе мы не сможем проехать далеко. Давайте возьмем город. Так, возьмем мы, наверное, в городе. А, нет, подожди, а где у меня? Хилклим. А, вот он. А, подвеску хотел я улучшить. Она, в принципе, недорого стоит. Такс. Все, прокачали. Баги. Поехали. Ого! Чё-то она так переворачиваться стала. Нет, смотри. Вроде бы, смотри, с улучшенной подвеской не так сильно стала переворачиваться машинка. Вроде бы как. Что-то я еще не понял. Да. Подвеска помогает. Круто. Ну только вот сейчас вот, да, поднимается. Ну как бы... Ну, не так, как я вообще раньше на ней не мог проехать даже нисколько. Вот. 4000 у нас есть. Может быть, даже мы сейчас в кубке состязания в команде будем производить. Попробуем. Может, повыигрываем. То, что как она едет, мне нравится. Вроде неплохо. Все, будем, короче, баги прокачивать. Все, она у нас и так прокачанная машинка. Чтобы кубки выигрывать. Вот. Прокачаем ей движок. Будем подвеску прокачивать. Как раз у нас 4000 есть. Ну, сейчас посмотрим, может быть, мы вообще далеко с баги здесь проедем. Оп-оп-оп-оп. О, хорошо. Не сломались мы. Проскочили это место. Прыжок есть. Хорош. Вот. Но здесь, в принципе, нам не составит труда забраться. Даже без особого ускорения на месте даже мы можем хорошо проехать. Опля. Деньги все профукали, конечно. Хоть назад возвращайся, знаешь. Ладно, здесь еще будет много монетки. Не, давай вот эти я хочу собрать. Хотя бы две штучки. Оп-оп-оп-оп-оп, аккуратно. Мне сюда нужно магнитик. Я посмотрю сейчас, конечно, есть ли у меня вообще магнитик или нету. Для баги. Поэтому... Ой, кофе магнитик, если что. О, все, я вот эти монетки, извините, ребятушки, я соберу все. Так, почти что 5000. О. Там еще можно колеса, кстати, прокачать. Опа, проехали нормально. Так, фига, 800 метров осталось, где мы там не могли проехать. Так, давай, опускайся вниз, бедолашка. Опа, отлично, отлично. Так, едем дальше. Опа, как хорошо мы заехали. Чуть головой не стукнулись даже.
Какая себе здесь, поверху пойду. Нормально, все, проехали. А, 400 метров, нифига себе, я так, значит, просто еду. И уже, оказывается, проехал много метров. Так, оп. Переворачивайся, давай быстрее, нормально, вставай. О! Так, а теперь здесь... О, нет, разбился, хотя бы я мог бы выехать отсюда. Так, ну что, давайте, я ненавижу воду, называется. О, я не тот автомобиль выбрал, я ж хотел багги. Ну ладно. Я ж хотел багги выбрать. Чё здесь этот автомобиль делал, я не знаю. Я же последний раз на багги ездил, да? Ну вот. Это я не посмотрел, что я не на багги. Ладно, попробуем проехать на этой автомашинке. Тоже она у меня прокачанная. Та самая первая машинка, в которую я вообще играл. Я с ней начинал выигрывать. Очень много, кстати, выиграл. О, финиш. Третьим приехали. А всего на каких машинках? Нифига себе. Ладно. Запомню. На каких все машинках едут. Вот, какой-то чувак на багги едет. Почему бы и нет, правильно? Но он, видишь, едет последний. Ох ты! Чуть не разбился. Так, давайте тут заберем немножко чего-нибудь. Опа! Нет, головой не стукнись. Ты зачем стукнулся головой, я тебя спрашиваю, а? Ай, давайте еще раз. Так, все, ускоряемся. И так, стараемся аккуратненько ехать. О, здесь хорошо, что хоть магнитик есть. Нет, голова. Ты куда смотришь, куда ты едешь? Ладно, какая жалость, 25 монеток всего лишь. О, первый снег. Вот, первый снег я люблю. Так, давайте выберем багги. Вот у нас багги. Так, внешний вид. Мы можем только шляпу одеть. Ух ты, какая шляпа прикольная. Ну, давай. Так, машинки здесь. В принципе, у меня пока такая она и есть. Сам по себе. Так, в деталях посмотрим, что у меня есть. Так, магнита до сих пор нету. Ёлки-палки вообще. До сих пор нету магнита. Все, поехали. Первый снег. Во. Едем. Надеюсь, мы первое место займем. Тут, кстати, тоже много на кто на багги едет. А только один чувак. Опа, давай, багги моя. Машинка, бедолажка. Так. Есть, первая позиция, нифига себе, я просто так удивлен. Как я так приехал первым, не знаю. Ну ладно. Первый. Все, нам нужно еще раз приехать первым. Тогда будет супер. А чего никто бензин не берет, а? Все проехали бензин. Потому что, может, они знают, что здесь есть. Вот этот Зак, он вообще ни разу бензин не взял. По идее, должен кончиться у него бензин. Нет. Ой, Зак у нас, получается, у него 3 звездочки бриллиантовых. А у меня только 1 звездочка. Поэтому. Поэтому, может быть, у него машинка прокачанная. Машинка-то простая совсем. Машинка-то совсемушки простая. Так, ладно, ребята, хватит уже. Надо выигрывать. Так, еду второй. Опа! Так. Вот это Зак. Смотри, как он хочет выиграть. Он просто мечтает быть первым. Гад, смотри, выиграл, а? Ну не гад ли, а? Выиграл. Ну, а выиграли-то мы, получается, да, первое место.